Так, что это у нас со Лусой? Слушай, ученый. Я никак не могу понять, что это лусая. Да, я тоже не могу понять. Я еще данные никаких не могу найти. Может, сейчас? А, все, нашла данные. И что там сгасано об этом о лусая? Там сгасано... Алуса была сделана о новой страны Емоны. Емона? Ты не забыл, как мы от новой Емона по магии? И он отгасался говорить всю информацию об этом Алусе, и с этого мы его убили. А, нет, сейчас помню. Угу. Так, делалось это Алусы, ну сколько? Делалось все с одну минуту. Одну минуту? Так быстро, такой вот сильный Алусы с одну минуту? Ну да, что ты думаешь? Слушай! Что? Это, если у нас получится узнать... У нас уже получается. А, ну выдадим его, значит, вип-солдатам. Да. Так, что у нас тут есть? Ну, короче, все понятно тут. Ой, ой-ой-ой. Так нам емоны идут. Беги! Возьми волосы и беги! Так, кто у нас тут ученый делает на нас алусами эксперименты? Как они смеют? Слушай, я в этом помещении вроде был два ученых, где попал один? А, я не знаю. Постой, сейчас алусы нет. Пацаны, чё? Мы упустили одного ученого, печать не смогут делать своих вип-солдатам, и нам конец. Ну ничего страшного. Ничего страшного, еще как. Давай. Ой, креатура упала. Ладно. Пацаны. Че? Вам не гаснет креатура? Какая тут странная. Почему она сколько на минут висела в воздухе? Нет, мы не знаем. Ладно. А, вот как раз это ученый. Нет, тот, который в ноутбуке сидит. О, прямо в цель. Нет, ты меткий. Можно тебя записать снайпером. Угу. Так. Ой. О, что это там сверху? Я новый, самый белый вип-солдат! Как вы посмели? Как вы посмели убить ученых твои? На, получай! Получайте. Ой, господи, газ, мне нужно передохнуть. Ой. Мои ноги. Ой. Эх, слава богу, ученый меня так быстро сделал. И послал меня. А я в это время был мирным. Эх, Лусил, с одним не смогли справиться. А вас трое было. Ай. Ладно, посыпай, ладцы. Владь, медик-то ты.